Чарах-чах-чах, блядь. Это Дава Дым, короче. И это 4 новых вкуса от Дафта, которые еще, в принципе, нигде не презентованы, и мне их заслали, то есть даже Рома сам лично привез, что было для меня немного неожиданностью, да? 4 новых вкуса — это Фейхуа, Лейзер Кола, Пан Масала и Кинг Корн. Собственно, вчера я прокуривал Кинг Корн, но о нем попозже, а вот остальные 3 вкуса я, в принципе, не курил, и я даже не знаю, что это такое, да? Сейчас у меня здесь на РФ-очке стоит Фейхуа. Фейхуа, да, это мой любимый вкус у Дарксайда. И посмотрим, как он себя проявит уже у Дафта. Так вот, но начну сразу с главного. Конкурс на 4 новых вкуса, 4 комплекта 4 новых вкусов. Разыграем прямо сейчас. Заходи ко мне в Инстаграм на Dava Smoke. Ищи пост с розыгрышем. Подписывайся на меня, указывай в комментариях 2 своих курящих друзей, с кем ты раскуришь эти новые вкусы, и подписывайся на Instagram DavTobacco, собственно. И мы подведем итоги уже 13 числа, а эти вкусы будут презентованы 15 числа в Tesla Place на Джон Кальяна Christmas Sale, так что ты можешь их покурить даже раньше всех. Участвует весь мир, куда можно только отправить. Поэтому ты понял, да, где тебе нужно указывать в комментариях, что? Своих 2 друзей у меня в Инстаграме под нужным постом. Ссылочка на пост будет у меня в описании. Также не забудь еще и проголосовать за меня на hookaewards.ru как самый пиздатый, охуенный, интересный, наебейший батька-царь кальянного мира, блядь. Голосуй за Даву Дым. Ладно, погнали. У меня есть Фейхуа, я ее сейчас раскуриваю. Уже можно сказать, что я ее уже курю. Насыщенно, прикольно, но вот свежести немного не хватает. Что касается, что он больше не бьет по горлу, это заметно. Ну, есть немного, но не так сильно, как было раньше. То есть немного совершенствуется Фейхуа, да, то есть сам дафтик. Хочу сказать еще, вот немного свежести реально не хватает Фейхуа, по ароматике прикольная, немного подсушивает вкус именно насыщенностью, но вот свежести чуть-чуть малеха не хватает, я бы вот прям бы как будто бы вот школьнице бы алкоголя дал бы, да, вот столько же, прям капелюшечку свежести, и было бы круто, я возможно бы добавил какой-нибудь мяты, но мы прокуриваем вкусы чистыми, блядь. По дымности все заебись, дымит прям огонь. Вот такая вот интересная фейхуа. Кстати, с банки она пахнет куда немного приятнее. Но это всегда, это классика, когда с банки все пахнет куда лучше, чем когда это курица. Это такая всемирная наебка, да? Когда такой, о, блядь, и нет нахуй. Увы, нет, блядь. Нет, свежести реально не хватает во вкусе фейхуа. Что еще могу заметить? О переливании вкусов тоже могу сказать. То есть, кто пробовал настоящий фейхуа, то он знает, что есть в самой ягоде такое переливание вкусов, когда ты вроде из клубники технично попадаешь в ананас. Здесь, в принципе, так же. На первых тягах ты куришь такую сладкую прикольную поебень, а потом она перетекает в такую кисленькую и остается немного кислоты так на язычке. Но, сука, свежести, блядь, не хватает. Вот сижуньку бы чуть-чуть туда, и было бы все супер. Так, я разложил вкусы специально в таком порядке, потому что фейхуа потом идет явно по ароматике мощнее, это лейзер кола, а потом мы покурим пан масалу, которая испортит нам всю воду. Про кинг корн я уже просто так расскажу, потому что я это курил. Сейчас мы на наш кальян поставим в чашечке неизвестного происхождения а-ля апгрейд. Новый вкус, это лейзер кола. Кола пахнет, кстати, пиздато. Я не сейчас я расскажу, когда буду раскуривать. Потому что, ну, с банки она пахнет пиздато. Но будет ли она так пиздато пахнуть при курении? Сейчас, жди, поменяю чашечку. Можешь уже голосовать
за меня на Джон Кальяна Хука Эвертс сайт. Вот тут написан, но я его продиктую еще раз. hukaeverts.ru. Ты должен голосовать за Дау Дым. А, Кока-кола. А, как я и говорил, пахнет она с банки пиздата. Такая желебончики Кока-колы, кто помнит, да? Но когда мы это все прогрели, взорвали, то я так хапнул резкости, просто такой мощной аромки. У меня же как будто, знаете, я проглотил лезвие, блядь, прям реально по горлу так. Но сейчас, вроде, когда мы немного его прокурили, стало уже похоже на то, что пахнет с банки. Но вначале, блядь, то что было просто пизда. Я такой думаю, сейчас, блядь, колледж банькну, да? Такой. Прям сейчас как помню, блядь. Да, это именно кола от желебончиков, а не та кола, которую мы привыкли, возможно, курить. Она немного специфичная, но при этом в миксах, я думаю, будет прикольная. Резкая очень, хороший такой резкий вкус. Да, кола прикольная, долго курить не буду, потому что нужно снять еще два вкуса. Это следующий вкус, наверное, самый нелюбимый, это пан масала. Пахнет она ужасно, прям, знаете, прям так хорошо она пахнет, что как бы курить ее не совсем охота. Но я надеюсь, что я сейчас ее прогрею, раскурю, и будет все очень круто и интересно. Не забывай про конкурс, заходи в ссылочку в описании на мой инстаграм, оставляй там, отмечай двух своих друзей, подписывайся на Дафт и жди 13 числа рано-рано утром результаты. А мы идем к пан масали, блядь. Как бы сильно я не боялся, но пан масала оказалась максимально мягенькой и хорошенькой. Но этот вкус я не очень люблю. Но для тех, кто хочет что-то индийское, десертно-пряное, да, то вот ее в самый раз добавлять. Она и немного карамелит, и пряная такая достаточно специя, да, хорошая. Классно прям. Круто получилось. Пан-масала реально мягкая. И раскрывается хорошо. Да, довольно-таки интересно. Она бы, наверное, очень круто зашла бы из этих четырех вкусов с фейхуа, а лейзер кола, наверное, бы зашла чисто с фейхуа. То есть фейхуа здесь такой максимальный коннектор, который все соединяет, что меня поднакрыло нахуй. Довольно-таки интересный вкус, но лейзер кола, я сейчас понимаю, что она очень сильно бьет в первые, наверное, 5-6 тяг, или примерно 3 минуты курения, она прям ебашит, мама, не горюй, поэтому, блядь, будьте с лейзер колой немного аккуратнее, сразу вас, блядь, предупреждаю. И остался у нас еще один вкус, это King Corn, это кукурузка. Я, наверное, расскажу про нее вот так вот, пока буду курить пан масалу, да? Лучше, чем у Джасмоука, но хуже, чем у ВТО. То есть, ВТОшная кукуруза, она реально как бы такая, прям именно бандюэлька. То есть, здесь немного нет. Она здесь такая, больше сказать, специфичная кукуруза. Но при этом я вчера чашечку быстренько угандошил в одного, и мне очень понравилось. Чистой в удовольствие залетает King Corn. Круто, прикольно, интересно, да и, собственно, как вам сказать, необычно. То есть, если кукуруза от ВТО, она такая более спокойная, стабильная, яркая, да, то King Corn более дерзкий, резкий и интересный, назовем это так. Но если у меня был бы выбор покурить кукурузу от ВТО... Нет, если у меня был бы покурить
Если у меня был бы выбор покурить табак какой-нибудь, где аромка такая же, похожая, как у ВТО, либо покурить как удав-то аромку, я бы, наверное, выбрал бы ВТО. Но тут на любителя. Многим кукуруза от ВТО не нравится, а вот такая резкая, спонтанная и необычная нравится, скорее всего, удав-то. Но тем, кто выиграет 4 комплекта 4 новых вкусов, я думаю, Кинкорен зайдет очень хорошо даже. Как, собственно, и пан масала, которую поначалу я боялся курить, да? Поэтому, ребят, это Дафт, 4 новых вкуса. Не забывай про конкурс, он у меня будет проходить в Инстаграме. Ссылочка на пост в описании и на Инстаграм тоже. По условиям, повторю еще раз, что нужно сделать. Подписаться на меня в Инстаграме, подписаться на Дафт Табака. Под моей записью у меня на Инстаграме отметить в комментариях 2 своих друзей, с которыми ты прикольно покуришь. Не магазины, не, собственно, всякие ебаные услуги, да, реальных людей от реальных людей. Магазины не участвуют. Вот так вот. Всем спасибо, это пан Масалам алейкум, салам валейкум. Так что увидимся на Джон Кальяна Фест, и, конечно же, голосуй за меня на Hookah Awards. Ссылочка в описании тоже.